Амин прощавание скажет каждый. Спасибо сейчас за все встречи, за дружбу, за знания. Ведь этого вы не смогли бы. Школа наша, тебе на прощание. Говорят все сегодня. Спасибо! Наших выпускников Таркаева Ольги Семеновны. На красную дорожку вступают наши выпускники. Приветствуем их! Всегда принимают участие во всех классных мероприятиях и сборах. Вспоминать его будем только с улыбкой. Коммуникабельный и дисциплинированный, прекрасный друг и чудесный человек, владелец собственного самолета, который вечно опаздывает на первый урок. Дмитрук Артем. Совесть классная, самая примерная ученица, вечная староста. Единственное, кто делает домашние задания. И просто хороший человек. Горобцова Полина. Наша спортивная доблесть. Быстрый, как молния. Это про него. Не лишен чувства юмора. Дружелюбный. Любитель столовских сосисок и кашек. Николаев Артем. Общительная, веселая, несравненная барышня с крутым характером, вместе с которой можно посмеяться от души, и которая всегда поддержит в трудную минуту. Макаровская Эвелина. Шустрый как заяц, быстрый как волк, веселый, милый и самый харизматичный. Он, как начальство, не опаздывает, а задерживается. Мороз Дмитрий. У нее есть много-много-много разных качеств. Добрая, веселая, активная, аккуратная, внимательная, креативная, коммуникабельная и дисциплинированная. Школьный хореограф и крайне творческая личность. Струб Полина. Предпочитает близкий круг друзей большой компании. Уважительно относится к противоположному полу. Самый галантный юноша в классе. Всегда улыбается и в хорошем настроении. Коноплянка Алексей. Очаровательная, сногсшибательная, общительная и веселая. Нежная, как молочная шоколадка, но взрывная, как перец чили. Она с легкостью покорит вас. Ханько Виктория. Неприступная с виду, однако приветливая и приятная девушка. Импульсивная, быстро выходит из себя, но мгновенно остывает. Сильная и эффектная красавица с большими карими глазами. Бабикова Анна. Красоте этой девушки можно только позавидовать. Пользуется большим вниманием противоположного пола. В совершенстве знает английский. Как истинная леди, она никогда не опаздывает, а просто задерживается. Хороший друг и невероятный человек. Тарасенко Маргарита. Самый прямолинейный человек, который всегда говорит то, что думает. Переубедить его в чем-либо очень сложно. Мечтает об удачном поступлении и прилагает к этому все возможные усилия. Цыбуля Николай. Тургеневская девушка с очаровательной улыбкой и добрыми глазами. Она очень загадочная и до конца не раскрывшаяся.
Но если узнать ее поближе, то она очень жизнерадостная. Касьяник Дарья. Спокойная, скромная, миролюбивая. Она очень ранимая и эмоциональная. Старается никому не мешать и заслуживает уважения. Пархутич Лидия. Наша Ванилька. Кандидат в мастера спорта по записи кружочков в Телеграме. Учиться она тоже умеет, но иногда лень берет над ней управление. Она дружелюбна, разговорчива в любых ситуациях, порой и на уроках. Кожановская Валентина. Уважаемые гости нашего торжества, не жалейте аплодисментов для наших выпускников. И вот, все выпускники 2024 года перед вами, дорогие гости. Выпускной вечер «Оскар» 2024 объявляется открытым. Вручат вам аттестаты, к ним каждый 11 лет шагал. Для вручения документов об общем среднем образовании на сцену приглашается директор школы Желенковская Татьяна Константиновна. Добрый вечер всем присутствующим, уважаемые родители, выпускники, коллеги. Вот и настал тот замечательный вечер, выпускной. Я от всей души поздравляю весь педагогический коллектив с завершением 2023-2024 учебного года. Дорогие коллеги, огромное вам спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за ваши добрые сердца, за то, что большую часть своего времени вы отдаете и дарите нашим детям. Пускай это лето подарит вам новые силы, новые эмоции, и мы с вами еще больше получим наград, диплома, успеха и новых достижений. Дорогие родители, для вас сегодня тоже особенный день. Я думаю, что каждый из вас сейчас сидит и вспоминает тот день, когда ваши дети пошли в первый класс. Дальше они пошли в среднюю школу, в пятый класс, девятый. И, наверное, каждому из вас сегодня не верится, что они уже выпускники. Наши выпускники красивые, нарядные, умные, добрые, самые лучшие. Позвольте мне выразить вам слова благодарности за ваших детей, за то, что вы все 11 лет рука об руку с ними шли, переживали, помогали им, откликались на все наши просьбы, были всегда помощниками классному руководителю. Огромное вам спасибо! Ну и наши виновники торжества, наши 16 замечательных ребят. Ребята, очень много уже было вам сказано, много пожеланий, много напутствий. Я каждому из вас от всей души, от всего коллектива желаю вам крепкого-крепкого здоровья, удачи, веры в себя. Знайте, что все у вас получится. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Если вы чувствуете, что вы можете больше, вы можете лучше, дерзайте, старайтесь, стремитесь. Каждый из вас оставит у нас частичку своей души. Мы вас запомним такими веселыми, юморными. Наверное, один из самых юморных выпусков, потому что это те ребята, которые всегда были с нами на КВН, на конкурсах, которые никогда не боялись какой-то самокритики. Даже сегодня вы настоящие. Вы такие, какие есть. И вот это то, что вы не боитесь быть самим собой,
Вам здорово по жизни поможет. Всегда оставайтесь самими собой. Ребята, мы гордимся, что выпуск 2024 оставит замечательную такую запись в школе, в Сколковской школе. У нас с вами два медалиста, две золотые медали. И это замечательно. Это у нас Горбцова Полина и Касьяник Дарья. Мы гордимся, что на данный момент, в этом году, мы единственная школа района, где у нас есть 100 баллов за централизованный экзамен. И это математика Горбцова Полина. Еще раз аплодисменты. Мы гордимся вами, ребята, что вы самые, одни из самых активных ребят. И всегда очень грустно, когда уходят выпускники. Да, это здорово, у вас новая жизнь, новые свершения. Но мы грустим, потому что мы теряем. Мы теряем наших ведущих, мы теряем наших волейболистов, мы теряем наших отличников, мы теряем лучших. Мы знаем, что кто-то был лучше в английском языке, кто-то в математике, у кого-то все получалось в спорте. Но мы теряем с радостью, потому что вы стали достойными гражданами Республики Беларусь. Всегда оставайтесь такими же. Я могу говорить очень долго каждому из вас. Я еще раз вас всех сердечно поздравляю и желаю большого-большого счастья вам. Добрый путь, дорогие выпускники! Касьяник Дарье Игоревне приглашаем на сцену для получения аттестата. Аттестат об общем среднем образовании вручается Касьяник Дарье Игоревне и золотая медаль. Еще одна звездочка нашей школы. Дашенька, удачи тебе, гордимся тобой. Пускай все у тебя получится. Почетной грамотой награждается Касьяник Дарья за активное участие в общественной жизни школы. Похвальный лист за особые успехи в изучении вручается Касьяник Дарье за предметы математика и физика. Магнитики. На одной стороне этих магнитиков, смотрите, наша последняя, фотография на звонке, да? А на обратной стороне, напоминая, какой вот выпуск, да? И QR-код. Вы в любой момент все вот эти фотографии, все видео, которые сегодня увидели, которые вы не увидели, в любой момент можете посмотреть. То есть это ваш первый магнит на ваш холодильник. Но это будет, может, через лет 5-10, а пока пусть хранятся у родителей. Ну и дальше. Я хотела еще родителям небольшую спонсорскую помощь оказать. 1 сентября все ваши дети станут студентами высших учебных заведений, колледжей. И в первую очередь, что им надо будет купить? Я не говорю про одежду. Тетрадь, машину. Можно и мне подарить. Тетради и ручку. Я вам дарю, смотрите, ручка нереально крутой выпускник. Пусть она вам принесет удачи в вашей студенческой жизни. Ну и так как вы прощаетесь с детством, ну и еще такие вот сладкие подарочки. Смайлики сладкие, конфетки, ну и что дарит еще деткам? Сок. Итак, пожалуйста, девочки, помогите. Наталья Владимировна и Игорь Иванович, мы благодарим вас за воспитание прекрасной дочери. Мы узнали Дарью как целеустремленную, ответственную, честную, великодушную, осознающую ценность знаний, уважающую себя, окружающих людей, любознательную и творческую личность. Спасибо вам за то, что воспитали Дарью именно такой. И Игорю Ивановичу отдельное спасибо за то, что по первому звонку, по первой просьбе приходили в школу и производили ремонт нашего интернета. Спасибо вам огромное.
stairs like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand.